Ночевые НИПИК – это бесплатная ночная экскурсия и празднование современного искусства, которое проходит в субботу в дни Дней культуры от заката до рассвета, проводимые ежегодно с 2010 года. Мероприятия выставки привлекают тысячи людей в три зоны деятельности: Сент-Бонифаций, центр города, Форкас, обменный район и Уэст-Энд. Новинка этого года NBW 2018 состоится в субботу. С 29 сентября 2018 года мы рады сообщить, что NUP Бланшевый НИИПИК производится в сотрудничестве с Виннипекским художественным советом, художники, галереи. Культурные организации, независимые кураторы создают и проводят свои собственные мероприятия по всему городу. Эти мероприятия являются бесплатными для общественности и поощряют и прославляют искусство и культуру в нашем сообществе. Любой, кто заинтересован в координации мероприятия. Посвященного современному изобразительному искусству, может зарегистрироваться и принять его, дебютировав в Виннипеге в сентябре 2010 года. Концепция Нот Бланша возникла во Франции в 1984 году и с тех пор распространилась по многим городам мира. Бланшевый НИИПИК проводится ежегодно в последнюю субботу сентября или первую субботу октября. В Манитобе Нот Бланшевый НИИПИК проходит во время Дней культуры. Совместного канадского движения добровольцев, целью которого является повышение доступа, осведомленности, вовлеченности и участия всех канадцев в искусстве и культурной жизни их общин. В отеле Нот Бланшевый НИИПИК работают сотрудники Дней культуры Манитобы и комитета Нот Бланшевый НИИПИК, хотя прямой перевод Нот Бланше – белая ночь, контекст перевода означает «бессонная ночь». Бланшевый НИИПИК происходит в территории одного договора и на исконных землях народов Анишаби, Кри, Аджикри, Дакоты и Дени на родине нации метисов. Выражаем наше уважение и благодарность традиционным смотрителям этой земли.